опыт, еще раз повторяю, это были люди, которые каждого по отдельности обсуждали, выбирали и так составляли вот тот парламент. У нас в то время, все помнят, насколько слаженный коллектив был. Наши оппоненты в парламенте как раз с завистью говорили о том, насколько подготовлена именно наша фракция была. Потому что мы так подходили к отбору людей в то время.